день, коллеги. Меня зовут Чудзе Андрей. Представляю вам доклад на тему внедрения системы СУТР службы главного механика ПО «Солитранспортком». Расскажу о том нелегком пути, который мы прошли. План доклада таков, то есть я вкратце буквально предприятие, истории проекта, результаты. Будут, значит, хотел бы еще вот здесь поговорить об организационной системе. Покажу ряд слайдов по функциональным блокам. Ну и самая главная проблема, с которой мы столкнулись. Ну, о предприятии вот на этом слайде представлена характеристика. Значит, выпуск газетной бумаги, основная наша продукция, составляет 22% от общего российского производства газетной бумаги. 75% на экспорт поставляется. Численность персонала около 3000 человек. Система управления ТЭ у нас смешана. То есть ремонтный персонал есть и в технологических цехах, есть и в централизованном. То есть достаточно традиционная система. Есть два централизованных цеха, ЦСР и РМЦ. Численность ЦСР 150 человек, РМЦ 160. А СУТР мы внедряли на основе Global GM. Вот здесь представлена история проекта. То есть началась она с такого организационного мероприятия. То есть было принято решение президентом компании о создании группы ТАИР в отделе главного механика. Значит, в апреле 2011 года мы приняли решение о подрядчике, заключили контракт, ну, соответственно, дальше приступили значит, к внедрению. Значит, в рамках внедрения было осуществлена также интеграция существующей корпоративной системы. Это отдельный слайд будет по этому вопросу. Параллельно с нашим проектом также стартовали два проекта, то есть это сканирование технической документации, соответственно, привязка документов к системе и запуск проекта по разработке технологических карт. Дальше пошли пилотный проект, он производился в ЛАНУ и тиражирование на остальных цехах. Вот так выглядят у нас основные результаты на данный момент. То есть база единиц оборудования составляет 5300 единиц. В электронном архиве на настоящий момент 42 тысячи документов. Технологических карт 450, но технологические карты я вам покажу отдельно. МНТК – это технологические карты, которые были перегружены из старой системы. Это технологические карты, которые используют станочники РМЦ. На настоящий момент ремонтных заданий более 18 тысяч. За месяц через систему проходит около 900, дефектов 4 тысячи. Система работает в 5 технологических производствах, 2 ремонтных цеха, отдел главного механика, отдел труда и зарплаты. Количество активных пользователей 30 человек, это именно те, которые постоянно работают. Вот на этом слайде я тут привел, значит, ту структуру, организационную структуру управления. Достаточно традиционная, да, то есть тут главный инженер по главе стоит, главный механик, главный энергетик со своими, главный специалист по автоматике и метрологии. У них свои отделы и централизованные службы, главный технолог, ну и у главного инженера там еще ряд подразделений личных. Функции группы ТИР оборудования. То есть основные функции, которые были поставлены перед нами, это первое — планирование работ, регламенты. Ну, и дальше будет тоже слайд, который я покажу подробнее. Контроль за выполнением работ, то есть конкретно человек от группы ТИР приходит на ремонтную площадку, во время ППР производит контроль за выполнением работ, фиксирует код проведения работ, отмечает, значит, фактическое время выполнения. После проведения работ производится анализ. Кроме, естественно, основных функций, также есть еще те функции, которые связаны как с самой системой, то есть это оперативное пополнение базы данных, проверка согласования разрабатываемых технологических карт, контроль составления списков работ, организация проведения оперативных совещаний, установка задач перед разработчиком программного обеспечения. Ну, я так вам скажу, что я практически каждый день общаюсь с подрядчиком, который дистанционно, находясь в Питере, там, через интернет-подключение, решает какие-то задачи, которые ему ставят.
Ну и, естественно, обучение, консультирование пользователя. Ну, вот на этой схеме я постарался изобразить, значит, весь процесс, который проходит ремонт. Значит, в начальном этапе создается список работ, в который часть работ добавляет, значит, механик цеха, естественно, от слесарей данные, от диагностики данные, то есть это не регламентная работа. Группа ТР туда же дополняет работы регламентные, которые берет из годового графика регламентных работ, которые в начале года составляются. Далее этот список работ разбирается на оперативном совещании в отделе главного механика. Это за 2 дня до проведения работы. Оборудование мы останавливаем 2 раза в неделю, то есть, ну, отдельно по технологическим уровням. Если у нас 4 бум-машины, то каждая бум-машина 2 раза в месяц стоит на БПЛе 8 часов ремонта. Значит, ко второму оперативному совещанию, где производится уже разбор графиков работ, также мы снова собираемся, туда механик приносит дополнительные работы, ЦЦР, МЦ составляют свои графики и подрядчики. На этом оперативном совещании мы рассматриваем согласованность всех графиков работ. Технологи, значит, тоже свой приносят список, смотрим стыковку между службами, между подрядчиками. Делим людей, потому что людей никогда не хватает. Смотрим приоритеты. Ну, тоже отдельно подбираем. Далее, значит, все эти графики снова собираемся уже у главного инженера. Главного инженера уже собираются с нами вместе энергетики, кипурцы. И здесь уже, как сказать, дослушиваются основные работы, основные ключевые работы, скажем так. Возможные причины, возможные моменты, где мы можем, где работы могут, скажем так, быть задержаны, обсуждаем все эти моменты. Ну, дальше, естественно, производство работ. После проведения работ мы снова собираемся, уже в другой раз, да? Собираемся, значит, у начальника цеха, где проводим также обсуждение выполненных работ, определяем причины невыполнения работ, претензии между службами, как кому претензии. И дальше появляется уже критический блок, там составляется акт разбора ППР, и группа ТР также, значит, делает аналитический отчет. Ну и дальше там корректирующие решения. То есть вот здесь группа ТР участвует во всех этапах вот этого процесса. То есть здесь корректировка списка, здесь проверка согласованности графиков, распределение ресурсов, окончательная корректировка, контроль выполнения работ, отметка выполнения работ. Ну, основные бизнес-процессы, которые работают в системе, они достаточно стандартные. Паспортизация, планирование. Я тут не буду все это дело представить на внимание. Выполнение ремонта, политика. Вот слайд по поводу интеграции. Значит, до того, как мы начали внедрять у себя ТИР, на предприятии уже функционировала система НСС. Это корпоративная система, значит, в которой уже существовали блоки такие, как бухгалтерия, основные средства, снабжение, кадры, сбыт. В рамках интеграции мы, значит, получаем от них справочники, ТМЦ, цены, сотрудники, организации, основные средства. Мы их используем дальше уже в рамках нашего ТИР. Значит, какие проблемы возникли при вот этой интеграции? Во-первых, это, наверное, всем известная проблема, много двойников в карточках ТМЦ. То есть как снабженец завел, как назвал он это ТМЦ, да, так дальше оно уже и во всей системе функционирует. И смотришь, потом подшипник вроде один и тот же, занесен на 3-4 карточки. Если цена разная. Ну, более того, и приходные документы, допустим, у него как-то отличие есть, он заносит так, как в документе. Вот. Но, к сожалению, мы изначально уже пытались этот справочник перевести в нормальное состояние, да? Ну, короче говоря, никто этим не занимается. А так, по моим прикидкам, я думаю, это года 3 надо, чтобы справочник перевести в
нормальное состояние. И последнее, значит, разные подрядчики, разные системы, разные интересы. Ну, так скажем, когда мы начали внедрять систему, вернее, так, на самом начальном этапе, когда мы только выбирали систему, были определенные проблемы с тем, что вот у нас есть система ТНСС, которая кем, давайте подрядчики, вам ее также здесь сделать, да? Хорошо, говорю, ребята, ну сколько у вас потребуется на разработку времени? То есть у них нет ни коробочного решения, ни другого решения. Мы сделаем так, как мы хотим. Во-первых, сколько людей, столько мнений, да? Во-вторых, это 5 лет минимум. Так, значит, функциональные блоки системы. Вот тут несколько слайдов, список оборудования. Здесь вот в левой части представлены, значит, технические места, деловидная структура, кодирование оборудования. Мы сразу отказались от цифровых, там, сложных кодов. Сделали таким образом, чтобы было понятно механику, было понятно мастеру по ремонту. Посмотрев на код, он сразу смог определить, что за оборудование. В правой части единица оборудования. Вот так выглядит карточка единицы оборудования. То есть здесь основные технические данные, там основные характеристики. И здесь представлены разделы, в которых, то есть в карточку единицы оборудования сконцентрированы все системы разделы вот эти, то есть это нормативы, журнал работ, контролируемые параметры, то есть тут диагностические параметры, реестр архива документов, дефекты, фотографии, оперативное техническое состояние, сертификации и так далее. На каждый объект у вас так далее? Да. Я тут, у меня нет слайдов другой презентации, вот этих, как говорится, я раскрывал там несколько таких моментов, я как бы открою вторую презентацию покажу. Архив документации, да, то есть тоже в этой системе существует архив документации, то есть также он структурирован. И вот эти документы, которые сканируются в рамках там, проекта. Первый график работ. У нас все структурированы в определенные графики. Графики структурированы в виде дерева. Вот смотрите, значит, вот график регламентных работ. Здесь вот в данном случае ревизия, ну, как данных. Вот трудоемкости, где стоят, это все техкарты, но видите, это одна, допустим, вот эта работа, это все. Одна карта, да? Вот это уже другая карта. Здесь есть вкладка интересная, трудоемкость по месяцам. То есть мы когда планируем на год, значит, регламентная работа, мы еще смотрим сбалансированность. То есть насколько загружен, где у нас ресурсы менее загружены, где более, как-то пытаемся. Сейчас мы сделали новую, значит, операцию, новый аналитический отчет, где можно собирать множество графиков, любое количество, кумулятивный такой отчет, которого можно посмотреть, где перегружен. Если перегружены ресурсы, может регламентная работа сдвинуть где-то, да? То есть так, чтобы можно было выполнить эту программу. Можно сказать, что это самый главный функциональность, который мало где используется. Распределение ресурсов. Да, то, что у вас стоит делать стандартной работы. Задача планировщика выровнять баланс ресурсов. Все. И тут же летит график ВПА. Да. Правильно, конечно. Он не летит. Он перенос. Понимаете, он не летит, он составляется. Да, он с ним работает, все верно. Какой смысл в этом графике ППР, если его выполнить невозможно, да? У тебя 10 человек, и график ППР тебе составили на 20 человек. Что, их поделить пополам, что ли? 20 половин. Вот эти межремонтные периоды, то у нас смысл. В любом случае надо это все сбалансировать. Нет, почему? Следующий шаг, когда не хватает ресурсов, это подрядчик. Это не обязательно летит график. Несколько решений, да, можно найти. Да, конечно. Итак, вот таким образом выглядит график. То есть у нас график также структурирован внутри по разделам. Здесь конкретные технологические группы. Вот одна из них — это ТМЦ, который требуется для выполнения работы. Печатная форма списка работ. Вот здесь, на следующем слайде, да? Вот эти потребности, которые с тех карт система забирает сюда вот эту печатную форму. Крестиком обозначается, если есть готовность по запасным частям, номера технологических карт. Ну, соответственно, если работа перенесена, то делается отметка, что она перенесена.
систему выражения. Да. Систему. Вот так выглядит график работ ЦСР. Есть вот такой график, то есть время выполнения работ, бригада. Технологическая карта здесь, значит, продолжительность работы и состав звена. То есть вот сделан для того, чтобы нам на разборе наглядно можно было видеть, сколько все-таки по тех карте, много ли запланировал мастер ЦСР или мало запланировал, сколько он людей туда поставил, соответствует тех карте или не соответствует. Также тут печатаются сразу, если перенесенная работа, людей не хватило, либо она не подготовлена, либо по другой еще причине. Так, ну журнал нарядов. Так выглядит. Вот печатная форма наряда. То есть здесь мы его разделили на две части. То есть есть основная работа, вот допустим, по технологической карте. Есть дополнительные операции. Почему так сделали? Потому что очень часто у нас состав звена, который фактически работает на работе, не соответствует тому, который заложен в тех карте. Но если мы здесь вот должны людям заплатить именно по этим тарифным ставкам, да, то здесь уже именно по фактически. То есть это из тех карты, а это уже по факту. Но здесь вот в данном случае так, спланировано 5-й разряд 2 человека, 4-й разряд 2, фактически там. 6-й разряд работал, да, и 3 человека 4-го разряда. Обратная сторона наряда – это вот печатная форма, табель соответствующий. Так, ну вот это на данном слайде заказ на изготовление и ремонт узлов РМЦ, который также заполняет механик цеха. Он расписывает, значит, какие ему необходимо в рамках данного заказа изготовить запасные части. Прикрепляю сюда чертежи, которые, по которым необходимо выполнить изготовление. Технолог в РМЦ прикрепляет соответствующую МТК. Так, ну вот здесь некоторые такие моменты по аналитике. Да? Вот таким образом у нас изменялся процент доли регламентных работ в общем списке работ с начала проекта. Ну, по данному случаю, по одному производству. Что значит по вашему времени? Ну, по плану до того, как, до того, как мы внедрили систему, у нас списки составляются вручную. От руки. Не на компьютере, от руки. Еще дополнительный план предупредительный, еще есть регламент. В основном работы производились по состоянию, вернее, знаете, такое искаженное состояние, предаварийного состояния. То есть вот явный дефект, и браться все, нужно ремонтировать. Регламент – это работа, понимаете, это же перечень работ, которые необходимо выполнять для поддержания. Да, допустим, ревизии, то же самое, по сути, и так далее. Этого вообще не было, это производилось. Малый, средний, каким образом? Вот давайте посмотрим, что-то есть какие-то претензии. Не было конкретного четкого графика. Ну вот здесь как бы по данному графику, значит, трудоемкость здесь по видам ремонта как распределяется. Вот аналитический отчет. Плановое и фактическое время, отработанное рабочими. То есть тоже недавно мы это сделали. Для того, чтобы посмотреть, а все-таки человек, насколько был загружен. Вот здесь по пункту 9 часов, да? Ладно, нормально. А здесь вот 3 часа. Где он остальное время находился? Понятно, начинается вопрос. Ну вот здесь это все сведено как бы... Табель. Да, в общий табель, тут за месяц. Но здесь почему пробелы? Потому что у нас пока еще не все работы фиксируются в системе. Фиксируются однозначно в системе работы, которые не остановлены на ППР, а остальные дни, они фиксируются только основные работы. Анализ работ проведенного ППР, да, то есть это тот аналитический отчет, который после проведения ППР, значит, составляет отдел группы ТАЕ, то есть здесь мы видим, значит, перенесенные работы, видим, значит, причины, по которым были работы перенесены. А вот здесь видно, что работа по очень много перенесилась. Ну и в конце, значит, такая табличка.
значит, вот тут перенесенных, сколько отмененных, невыполненных, всего работ, вот всего работ в данном графике 103 штуки. Вот это за 8 часов выполняется силами СССР, там, подрядчики 103 работы. Из них его выполнение получается 30%, то есть доля перенесенных, отмененных и невыполненных, 30% работ перенесено либо отменено. Я вам так скажу, что исходя из того, что у нас трудовыми ресурсами плохо, бывает, что переносится до 50%. Так, ну вот основные результаты здесь, которые я там описал, да? Да, нет. Ну что, существенное увеличение прозрачности работ, да, элементарного порядка. Оперативная доступность историческим данным, дефектам, техническая документация, каждый из оборудования. Внесенные дефекты работы уже систем, которые занесены, они уже никуда не потеряются, они другого. Повысилась производительность дисциплинированных и дисциплинированных. За счет использования технологических карт, контроля распределения трудовых ресурсов, составления нарядов, совершенствовать систему планирования, повышается сбалансированность трудовых ресурсов. Ну, сокращается количество аварийных простоев. Там по БДМ, что-то за прошлый год, по-моему, составил 6%. Ну и в конце концов, то есть вообще АСУТАИР создает условия, способствующие для постоянного улучшения самой системы. Итак, значит, проблемы, с которыми мы столкнулись при выборе системы. При выборе системы навязывают не только которые удобнее идти. Это вот про эту систему НСС, но я тут уже про это сказал, да? Сразу же столкнулись на самых еще первых этапах обсуждения, какая система нам нужна, с вероятным сопротивлением со стороны главных специалистов, со стороны начальников производства. Все говорили, нам эта система не нужна. Нужна, и нам так лучше, удобнее работаем. И так далее. Но вроде, если президент компании принял решение, что надо делать, то уже никуда не денешься. При этом можно там достаточно долго дискутировать, находить, значит, кучу проблем, находить причин для того, чтобы это не делать. Так, значит, вот это ответственность за внедрение общего руководства проекта должно быть на за руководителем высшего уровня. То есть либо это главный инженер, либо технический директор. Ему должна эта группа подчиняться, да? Понятно, что здесь ресурсы. У нас же так получилось, что ответственный. Я оказался главным инженером у нас на тот момент. Была вакантная должность, потом значит, стал главным энергетиком, главным инженером. Ну, ему сказали, вроде курируй проект, но при этом не совсем получается, да? То есть, видимо, другие задачи, и не является это первостепенное что-то. Поэтому обязательно должен во главе стоять топ-менеджер. Финансирование проекта должно продолжаться и после внедрения на этапе развития системы. То есть мы сейчас вроде как внедрение провели, сейчас нужно развивать систему. У меня, допустим, уже больше полгода висит невыполненных перед айтишниками, не нашим, естественно, подрядчиком, множество аналитических отчетов, которые просто в рамках тех денег, которые выделяются на техподдержку, выполнить невозможно. Для этого нужно отдельный заговор. Денег мне не дают. Отсутствие какой-либо системы мотивации механиков, мастеров, инженеров на период внедрения. Никакой мотивации не было, к сожалению. Значит, ни системы поощрения, ничего этого. Только так, в приказном порядке. Ну и, естественно, там низкая компьютерная грамотность. Вот такой интересный момент. Движение в рабочих коллективах, да? То есть если, если раньше, значит, мастер писал один наряд на бригаду, у этой бригады было, допустим, 2-3 работы, он на все 8 часов писал. В реальности не 8 часов загружены были, а, допустим, 5 часов или 4 часа, я не знаю, да? Все остальное просто закрывалось часами, да? Ему платилось за эти 8 часов. Все прекрасно, идеально. Появились техкассы. Значит, появился контроль за нарядами, сейчас отдельный наряд на каждую единицу оборудования, вот, не на каждый ремонт свои наряды, да, соответственно, все, у людей начались проблемы. Нас напрягает, мы должны больше работать, получается, да, чтобы заработать согласно вот,
кредитных карт. Без всякого процента. При этом денег получится платить, да. Ну далее, значит, такая же проблема у механиков, у мастеров. Тоже, значит, говорят, что у нас прибавилась нагрузка. Начальник ЦЦР постоянно всех оперативных говорил. Нахрена мне нужна эта система? У меня сейчас мастера занимаются только системой, сидят в компьютере день и ночь. Значит, на производстве не бывает, подготовки работ нет. Хорошо, смотрю статистику. И кто конкретно сидел, да, там, из четырех мастеров один только. Где остальные чем занимаются? Ну, про мастеров СССР я тут сказал. Ну, вот это основная проблема, нехватка рабочих ресурсов, да. Нехватка профессиональных кадров ИТР, у нас очень большая текучка по профессиональным кадрам. То есть мастера приходят, механики приходят, уходят. Буквально там 2-3 месяца, полгода не выдержал, ушел, все, следующий пришел или не пришел. Сейчас дефицит фактически во всех основных производствах. У меня в группе остался один ведущий инженер. Все. Ну вот по технике, по лаборатории технической диагностики. Вроде бы у нас лаборатория одна из самых старых отраслей, да, то есть там с 80-го года работает по времени диагностики. Вот так что-то получилось исторически, что она сейчас практически в упадке. Она и не финансируется, приборов там практически осталось мало, и профессиональных кадров. Остались только опытные специалисты, 2-3 человека, ну и молодежь. Поэтому, вот лично мое мнение, мы никогда не построим эффективную систему технического обслуживания и ремонта, если не будет обходчиков, не будет людей, которые следят за оборудованием, а у нас это в смене один слесарь на производство, дежурный, один. Вот с 8 до 5, там, значит, есть слесаря ремонтники всякие, там тоже человек 6 и дежурный. Вечером, ночью один. Значит, вот лично мое мнение, внедрение развития СУТАЕ, я считаю, неизбежно должно привести к трансформации эволюционной системы в сторону более эффективного распределения ресурсов, планирования, управления, организации работы. Поэтому я думаю, что нужно это все-таки рассматривать в комплексе, если с эволюционной системой, да. Вот какие пути развития системы? Значит, вот недостатки. Понятно, да, здесь существующая организационная система. То есть начальнику цеха подчиняется механик, значит, и в то же время механик подчиняется начальнику цеха, и подчиняется главному механику, да. Здесь прямое подчинение начальнику цеха, да, главному механику функционально. Начальник цеха говорит, надо делать бумагу, главный механик говорит, надо ремонтировать. Возникает конфликт интересов, да? Соответственно, кто подписывает там, дать премию, не дать премию, да? Если кто подписывает, значит, отправить человека в отгул или не отправить? Начальник цеха, да? Потому что он подчиняется непосредственно начальнику. Выведите. Я дальше об этом поговорю. Вот. Дальше, единица оборудования разделена на области ответственности. У нас достаточно переплетенное оборудование, где есть энергетическая, гиповская, достаточно сложная система насу, управляющая, да, есть механическая часть, значит, постоянно мы сталкиваемся с интересом, постоянно сталкиваемся с спором и так далее, то есть на оперативных совещаниях при обсуждении там области ответственности есть такое понятие, да, значит, попытаться свои проблемы закрыть, там, механика показать. При этом потом сделать что-то, ну, механики. Значит, отсутствует единый центр ответственности планирования работы, да, понятно. Отсутствует структура управления надежностью оборудования, да. Ну и тут вот дальше такая схемка. Ну, это как проект такой, например, да, могла бы система выглядеть так. То есть здесь что сделано? Разделена по функции, да, то есть главный инженер также, есть директор по производству, который отвечает только за производство, за выпуск продукции, а есть директор по управлению самим фондом, который за ним отвечает за обслуживание оборудования. Интересно. Которому подчиняется главный механик, главный энергетик, главный специалист по автоматике, и главный технолог подчиняется главному
интеллекту упорный вирус. Причем вот, значит, лаборатория клинической диагностики подчиняется не главному механику, а директору, основными фондами, да? Потому что диагностика такая вещь, которая должна рассматривать оборудование в комплексе. Дальше, значит, отдел планирования и анализа работы должен подчиняться непосредственно директору. Отдельные службы и его подчинение главное. В общем, Сигуновский слайд похож на него. Ну, не совсем так, но очень близко. Вот, в общем-то, как бы, ну, отдел надежности должен подчиняться главному. Тут ряд еще отделов идет. Ну и, соответственно, в цехах. Вот такая идея есть, да? Создать сервисный участок. Чтобы вот ремонтники будут сконцентрированы в сервисном участке под началом одного человека, у которого будет функциональная задача поддержания оборудования в исправном состоянии, а не производство продукции. Вся премия этих людей, которые там задействованы в ремонтах, да, они должны вот это должна сделать сразу сервисную сервисный участок. И таким образом эффекты, которые, ну, я тут уже сказал, да. Разделение функций, и центр ответственности, создание сервисных участков с комплексными бригадами, тоже идея такая интересная. Отделение сухого ремонта персонала сервисного участка, изменение принципов формирования заработной платы, это я тоже сказал, да. Создание системы планировщиков, которых у нас, к сожалению, нет. Ну и далее, значит, последнее, там, создание отдела надежности позволит централизовать работу по отказу управления рисками. Все, спасибо. На самом деле, мы благодарим Андрея.